Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – аллергические заболевания и вирусные инфекции. Сейчас аллергикам в период острых респираторных инфекционных заболеваний нужно быть особенно осторожными. Вирусы осложняют течение аллергических реакций и создают дополнительную угрозу по развитию пневмонии. Слизистые дыхательных путей, общее состояние иммунной системы в период острой аллергии работают против своего хозяина, а потому очень важны меры профилактики и грамотное лечение. В период пандемии коронавируса рекомендуются меры профилактики, направленные на повышение устойчивости организма к инфекциям, ограничение контактов и безукоризненное соблюдение правил личной гигиены. Но есть ли особенности профилактики для людей с аллергическими заболеваниями? И что делать, если вирус аллергика все-таки настиг? Об этом и о многом другом через минуту расскажет врач-специалист. В последнее время повсеместно отмечается рост респираторных вирусных инфекций и более тяжелое клиническое течение. Одновременно отмечается и рост аллергических заболеваний. Врачи все чаще наблюдают сочетание ОРВИ и обострение аллергии у одного пациента. При этом сами вирусы могут выступать в качестве сильного аллергена и вызвать аллергическое заболевание у предрасположенного к этому человека, а также могут быть причиной обострения аллергии. Возможно и обратное действие, когда аллергия влияет на клиническую картину инфекционного заболевания и может видоизменять его течение. Итак, еще раз назову тему нашего сегодняшнего выпуска – аллергические заболевания и вирусные инфекции. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и наш телефон по-прежнему 67-97-67. Если у вас появятся вопросы к нашему врачу-эксперту, то, пожалуйста, звоните. А сегодня у нас в студии врач-аллерголог-иммунолог Сергей Андреевич Нора. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Андреевич, вот скажите, пожалуйста, ну вот обычно говорят, весной происходит рост, да, аллергических заболеваний, а осенью? Ну, здесь надо понимать два аспекта. То, что весной у нас все-таки обостряются больше сезонные аллергические риниты, то есть те, которые связаны с периодом полинации, то есть периодом, когда цветут деревянистые или травянистые растения, которые могут вызывать аллергические реакции, риниты, конъюнктивиты, приступы бронхиальной астмы, например, да? Осенью же, зимой и летом у нас могут быть другие аллергические реакции, например, на пищевые продукты, да, на грибок, который, ну, плесень, да, например, который находится во многих помещениях и спорами, которым мы так или иначе постепенно дышим. Это на насекомые, то есть в зависимости от причины аллергии сезон может отличаться. А вот если брать именно рост аллергической заболеваемости в весенний период, то он связан непосредственно с периодом полинации. Угу. То есть аллергические заболевания могут обостряться в любое время года, если я правильно поняла? Да, в любое время года, но зависит это от причинного аллергена, то есть что является причиной аллергического. Угу. Ну вот мы уже сказали, да, что наличие аллергического заболевания, вернее вирус, может осложнить течение аллергических реакций. Почему это происходит? Что тут взаимосвязано? Почему такая взаимосвязь? Здесь на самом деле достаточно сложный вопрос, но мнения ученых, так скажем, в этой среде, в этой сфере немножко расходятся. Зависит это то ли от индивидуально от человека, то ли от определенной инфекции. Просто бывают случаи, во-первых, когда у аллергиков вирусные инфекции, наоборот, протекают гораздо проще и легче. А есть случаи, ну вот, например, актуальная инфекция COVID и еще инфекция, связанная с вирусами гриппа, да? В этих случаях у аллергиков они протекают гораздо тяжелее. То есть здесь множество факторов играет, и одни заболевания вирусной природы могут протекать у аллергиков проще, а некоторые, наоборот, с осложнениями и труднее. А вот как отличить, это аллергическая реакция, да, или все-таки инфекционное заболевание? Потому что иногда какие-то симптомы бывают похожие. Да, действительно, есть такой аспект, то, что очень часто можно спутать ОРВИ, ну или особенно частый ОРВИ, да, когда человек, например, каждую неделю, там, каждый месяц заболевает ОРВИ, очень легко спутать это с аллергической реакцией. Здесь нужно просто внимательнее быть к себе, возможно, связать, ну, со стороны пациента смотреть, связать это с каким-то причинно значимым аллергеном, да, то есть какая-то причина аллергическая.
либо обратиться к специалисту, ну, врачу-аллергологу, например. Ну, например, в центре ГАБУС Хелпер, да, ведется сейчас прием. И провести обследование, ну, банально, на антитела класса И, которые укажут, ну, в 60% случаев они указывают на наличие аллергии. Угу. А людям с какими аллергическими заболеваниями нужно быть сейчас особенно осторожными? Ведь их много. Если мы берем взрослое население, то здесь особое внимание следует уделить аллергическому риниту и бронхиальной астме. Если это дети, ну, как правило, до 14-15-16 лет, то здесь следует уделить внимание такой группе заболеваний, которые последовательно могут манифестироваться у пациентов. Здесь обращаем внимание на атопический дерматит, на пищевую аллергию, на аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и на бронхиальную астму. Скажите, пожалуйста, вот возраст до 3 лет, вот насколько он важен для того, чтобы потом, впоследствии, даже во взрослом возрасте, не проявилась, ну, допустим, бронхиальная астма? Да, это на самом деле очень важный возраст, когда если у нас обнаруживается аллергия именно в этом возрасте, ну, как правило, это пищевая аллергия в этом возрасте, то нам важно не упустить этот момент и вовремя начать лечение. Потому что если мы не будем лечить этот процесс, то у нас потом это перерастет в атопический дерматит. Атопический дерматит в будущем даст триггер для запуска аллергического ринита. А аллергический ринит, известно и доказано уже не один раз, ни одним исследованием, то что аллергический ринит он в 50% случаев осложняется именно бронхиальной астмой. И вот поэтому именно вот в возрасте до 3 лет в отношении аллергических заболеваний нужна очень такая серьезная настороженность. Если ребенок болеет больше, допустим, там 3-4 раз в год, это уже основание для родителей задуматься и предпринять определенные меры? Болеет, имеется в виду ОРВИ, да? Да. Да, скорее всего, здесь надо пройти обследование у аллерголога хотя бы для собственного успокоения, ну и чтобы исключить риск того, что это аллергическое заболевание. Потому что, во-первых, это очень важно, да, ну, боимся мы все-таки развития бронхиальной астмы. А во-вторых, такие частые простудные заболевания, ну, тут надо смотреть. Либо проблема может быть с, ну, физиологический перекрест у нас в этом возрасте как раз наблюдается. Это может быть связано с этим. Или же все-таки, да, это аллергическая реакция и совсем не ОРВИ. И тогда лечение, тактика лечения будет совершенно другая. Уважаемые телезрители, я напомню, что наш телефон 67-97-67, и мы ждем ваших звонков по обсуждаемой сейчас в студии теме. Я напомню, что она звучит так: аллергические заболевания и инфекционные заболевания, вирусные инфекции. В студии у нас врач-аллерголог, иммунолог Сергей Андреевич Нора. Ну а если позволите, я начну задавать вопросы, которые пришли накануне. В частности, Наталья пишет, что ее ребенку 2 года. Может ли его организм реагировать заложенностью носа на молочные продукты, спрашивает Наталья. Из молочных продуктов ест иногда творожок, но и от него уже отказываемся. Может быть, это, конечно, совпадение, но насморк часто появляется после молочных продуктов. Если нет пятен, то это не аллергия, спрашивает Наталья. Не аллергия ли? Как определить без анализа на аллерген? Могу ли я постепенно вводить молочные продукты при таких обстоятельствах? Вот несколько вопросов у Натальи. Ну да, ну здесь первое, на что бросается внимание, то, что симптомы, да, которые возникают у ребенка, их связывают с каким-то причинным фактором, в данном случае с молочными продуктами. То есть, ну, по заявлению вот Натальи, как только ребенок принимает молочные продукты, у него развивается заложенность носа. Ну, значит, здесь, скорее всего, имеет место аллергическая реакция. А из диагностических тестов здесь имеет смысл провести методом иммунокапа исследование лабораторное, ну, с более современный такой метод аллергической диагностики, на казеин и альфа-лактальбумин. Это 2 компонента молока, которые чаще всего вызывают аллергические реакции. И уже исходя из этого анализа можно будет рекомендовать ребенку либо полную замену молочных продуктов, либо, ну, в зависимости от того, какие у нас альфа-лактальбумин или казеин будут положительные, либо оба положительные, либо оба отрицательные, да, в зависимости от результатов этого теста, возможен еще такой вариант, то, что ребенку можно будет применять без риска развития аллергии термически обработанное молоко.
Вот. Как определить самостоятельно, без анализа на аллерген? Ну, здесь достаточно достоверность такого теста гораздо ниже, чем лабораторного. Но можно прибегнуть к такому методу, как нанесение и втирание на кожу кусочка аллергена. То есть взять свежее молоко и втирать его в кожу. Если будет здесь покраснение достаточно большое, то аллергическая реакция, значит, есть на этот продукт. И ну, следует обратиться к аллергологу однозначно в этом случае. Но опять же, этот тест, кожный такой тест, он менее достоверен. Вы все-таки рекомендуете сделать анализ? Да, я рекомендую все-таки обратиться к аллергологу, ну, например, в центр Helper, да, там, где есть оборудование, необходимое для данной диагностики. Вы сейчас работаете действительно в центре по борьбе со СПИДом Helper. Насколько туда могут приходить и другие люди, у которых нет ВИЧ-инфекция? Прием аллерголога ведется не только для людей, которые страдают ВИЧ-инфекцией, но и для всего населения Новгородской области. То есть никаких препятствий для этого нет. Следующий вопрос от Екатерины. Она пишет, что заболел ребенок, ему 8 лет, выделение из носа, кашель, воспаление миндалин. Поставили диагноз ОРВИ, лечили противовирусными препаратами. Еще были сироп от кашля, спрей в горло, капли в нос. Через 5 дней температура 38,9. Сбили. На следующий день 37,5. Спала сама температура. Через неделю результата лечения не заметили. Назначили антибиотик. Миндалины стали меньше, но насморк и кашель остались. Выделения из носа прозрачные и жидкие. Курс антибиотика пропили. Через полторы недели сын заболел снова. Все так же, но без температуры. Обратились к лору, аллергия. Педиатр ставит ОРВИ. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше? На самом деле достаточно сложная ситуация, но здесь однозначно, ну, неоднозначно, можно предположить, что все-таки первый раз, когда ребенок заболел, у него был именно вирус гриппа. А почему? Потому что вирус гриппа, он вызывает такую приходящую иммунодепрессию, то есть снижение иммунитета временное. И на фоне вот этого временного снижения иммунитета ребенок снова заболел. То есть, ну, просто очень часто есть такая картина, когда человек переболевает гриппом, через 1-2 недели он снова заболевает. А здесь вот как раз-таки очень похожая картина. Также в пользу вирусной инфекции нам здесь говорят высокие цифры, ну, температуры, да, которые были и в первый, и в второй раз. Думаю, здесь надо идти смотреть в пользу противовирусной терапии и, возможно, иммуномодулирующей терапии, ну, в соответствии, конечно же, с возрастом. Ну, здесь нужна более детальная, конечно, консультация либо врача-инфекциониста, либо врача-аллерголога-иммунолога. Вот мы уже вначале сказали о том, что иногда вот эти две патологии, они идут рука об руку, они идут параллельно. Вот в вашей практике насколько это частое явление? Аллергии и вирусная инфекция? Да, и вирусная инфекция. В принципе, достаточно часто. Вот, и, например, даже если вот сейчас взять, ну, возьмем первый момент, да, когда очень легко спутать аллергию с ОРВИ, да, а когда они еще и вместе наслаиваются друг на друга, то это совсем страшная история, и не знаешь, за что взяться иногда. Здесь надо детально обследовать, смотреть за состоянием пациента, за его температурой и так далее. А второй момент – это то, что все-таки вот на примере, ну, актуальной ковид-инфекции, да, очень часто у людей, перенесших ковидную инфекцию, развивается, манифестируются аллергические заболевания. То есть вот встречался с такими случаями, что не было до ковида аллергических реакций у пациента. Перенесли ковид, приходят на прием, вот, к аллергологу, да, и у них жалуются на то, что у них какие-то высыпания, как заложенность носа, слезотечение, типичные симптомы аллергической реакции. Связать это с чем, пока сложно сказать. Скорее всего, это не столько специфическое действие самого ковида, сколько у меня есть предположение, что это связано с проводимой терапией при COVID-19. Но это все-таки уже вопрос научной дискуссии. То есть это реакция на прием лекарственных препаратов, да? Как один из возможных вариантов, да. Потому что, ну, детально этот вопрос пока еще не изучали. Надо ждать, пока будут проводиться исследования в этом направлении, и детально сказать.
Угу. Ну вот здесь, да, скорее всего, вы уже сказали, да, Екатерине, что это вполне возможно и вирусная инфекция, и аллергическое заболевание. Вполне возможно, что оно выявилось впервые. И вот если человек уже знает о том, что у него есть аллергическое заболевание, он уже, так сказать, осведомлен и какие-то меры предпринимает. Какие вот меры профилактики нужны таким людям сейчас особенно? Вот есть ли какие-то особые меры профилактики для того, чтобы не заболеть? Во всяком случае, вирусные инфекции. Сейчас, вот в период эпидемии, самое такое мощное средство для защиты – это маска, особенно для аллергиков, да, потому что, во-первых, маска у нас защищает и от вирусных частиц, да, которые могут от больного пациента передаться нам вместе с его выделениями, да, при чихании, кашле, разговоре. Так медицинская маска еще и защитит от большей части аллергенов. То есть, ну, аллергены вообще, в принципе, это вещества достаточно высокой молекулярной массы, то есть они крупные. А маска как раз-таки задерживает эти частицы и гораздо еще более меньшие частицы. И, соответственно, вот в данном случае вот маска медицинская – это вот именно такая панацея для людей, которые страдают аллергией и хотят защитить себя от респираторных инфекций. Не только ковида, но и других инфекций респираторных. Я прошу прощения, что прерываю. Возможно, о мерах профилактики мы еще чуть попозже поговорим. У нас просто есть звонок в студию. Мы послушаем, затем продолжим. Мы слушаем вас. Добрый день. Я хотела бы как раз про маску задать вопрос. Да. Дело в том, что у меня аллергия на ношение маски. Кожа покрывается раздражениями именно в тех местах, где соприкасается с маской. Есть ли какие-то способы защиты от этого? Что посоветуете? Очень интересный вопрос. Да, спасибо за вопрос. Здесь, скорее всего, не истинная аллергия, потому что в медицинских масках чаще всего, ну, используются компоненты, которые не содержат вот этих высокомолекулярных соединений, которые могут вызвать аллергию. Здесь, скорее всего, речь идет о псевдоаллергической реакции, это тоже вид аллергии есть такой. Когда аллергическую реакцию вызывают гаптеновые вещества, и они как раз-таки могут содержаться в составе медицинских масок. Что здесь можно порекомендовать? Конкретно лекарственные препараты называть не буду, наверное, да? Но здесь надо обратиться вот к аллергологу или к терапевту, чтобы они выписали специальные мази, ну, или крема, да, которые будут обладать такой иммуносупрессивной активностью, которая и увлажняющим эффектом, которые будут защищать кожу во время ношения маски. То есть, в принципе, вот такой вариант тоже возможен. Можно будет наносить эту мазь утром или вечером, ну, естественно, наверное, утром, да, перед тем, как надеть маску, и затем уже надеть маску, пользоваться ей в течение дня. Такие крема и мази, они, как правило, длительного действия. А обычная, допустим, маска, сшитая из какой-нибудь материи, это не альтернатива? Зависит от материала. То есть, в принципе, здесь, раз контактный дерматит имеет место, то здесь следует советовать маски из синтетических материалов. Вот, даже не из натуральных. Да, натуральные как раз-таки будут вызывать аллергические реакции. Как да. Интересно. Следующий немножко вопрос. Парадоксально. Угу. От Екатерины, ей 24 года, она пишет, что ребенку 6 лет, 10 дней назад начался периодически кашель, то днем, то вечером. Иногда приступообразные. В целом состояние неплохое, никаких других симптомов нет. Давала таблетки от кашля, но они не помогли. От коклюша не привит ребенок. Подскажите, что делать, какие меры предпринять, может ли это быть аллергия? Да, спасибо за вопрос. Здесь первое, вот, что ну, просто бросается мне в глаза, это то, что ребенок не привит все-таки от коклюша. То есть здесь как бы, ну, понятно, что это может быть одним из симптомов коклюша, но здесь просто о чем я хотел сказать? О том, что надо все-таки прививаться, да, это ну, не относится конкретно этому вопросу, это, в принципе, в общем относится ко всем. То, что надо соблюдать все-таки календарь прививок, прививаться вовремя, по показаниям и без показаний, даже вот национальный календарь прививок есть, по нему надо обязательно прививаться, чтобы избежать серьезных осложнений при, ну, в случае возникновения такого заболевания. Ведь вакцины-то эти вводятся для того, чтобы мы могли защитить население от таких особо опасных инфекционных заболеваний. Потому что коклюш, на самом деле, это достаточно тяжелое заболевание, и оно может протекать с серьезными осложнениями, вплоть до апноэ, то есть остановки дыхания.
Вот. Ну, касательно вот конкретно этого вопроса, здесь, да, коклюш, я бы и был все-таки насторожен в отношении коклюша, да. Второй момент, то, что раз других симптомов нету, температуры, вот, не знаю, есть, нету, ну, предположим, что нету. Других симптомов нет, да, других симптомов раз нету, да, то предположим, что и температуры тоже нету, повышенной температуры. Здесь, может быть, это еще как симптом все-таки бронхиальной астмы. Я тоже в этом направлении был несколько насторожен. И, учитывая возраст ребенка, возможно, даже аллергической бронхиальной астмы, здесь надо, ну, все-таки, да, консультация либо инфекциониста по вопросу коклюша, либо аллерголога-иммунолога по вопросу бронхиальной астмы. Угу. Но, во всяком случае, все-таки ограничиваться таблетками от кашля не стоит. Да, конечно, угу. Потому что таблетки от кашля, по большому, очень часто, они вот именно просто подавляют симптомы, они устраняют причину. А лечить нам надо же причину, а не следствие. Не следствие, да, все верно. Угу. Следующий вопрос от Веры, ей 59 лет. Она пишет, что она аллергик, не переносит продукты оранжевого и красного цвета, а также киви. Плохая переносимость молочных продуктов. Есть реакция на пыль, хлорку, рыбу хек и некоторые продукты. Диагноз – лекарственная поливалентная аллергия, пищевая аллергия, смешанная бронхиальная астма, аллергический ринит. Вот целый набор. Обострения протекают в виде кожного зуда, нехватки воздуха, трудности вдоха, удушья, заложенности в груди, бронхоспазма. Может быть сухой кашель. Вопрос. Можно ли делать прививку от гриппа и пневмокококковую прививку вот сейчас? Угу. Да, ну, раз тут один вопрос, то я на него, наверное, изначально и отвечу. То, что угу. Можно ли делать прививку от гриппа и пневмококковую прививку вот в данной ситуации, когда, по сути, у пациента целый букет аллергических угу. заболеваний, да, то есть тут и лекарственная аллергия, и пищевая аллергия, и бронхиальная астма, и аллергический ринит. Касательно вакцин против гриппа и пневмокока, они сейчас делаются чаще всего из гипоаллергенных компонентов. Раньше в вакцинах часто можно было встретить такие компоненты, как овальбумин, компоненты желатина, компоненты альфа-лактальбумина, компоненты казеина, компоненты антибиотиков. И все эти вещества, которые я сейчас перечислил, входящие в состав вакцин, они могли вызывать аллергические реакции. Сейчас же эта технология производства вакцин немножко, точнее, конкретно так, усовершенствована. Угу. И риск развития аллергических реакций очень низок. Даже вот есть исследование, ну, наших отечественных коллег, врачей, которое гласит то, что за последние 3 года риск аллергических реакций на вакцины снизился настолько, то, что их фактически либо нету, либо они протекают в легкой или стертой форме. Здесь конкретно у этого пациента рекомендуется что сделать? Можно, надо бы узнать состав вакцины, в которую mm-hmm. ему, ну, пациенту будут производить введение. Если там в составе есть перечисленные компоненты, да, ну, желатин, альфа-лактальбумин, казеин, овальбумин, то тогда провести тест аллергический на перекрестную аллергизацию с этими компонентами. Проводится в самых различных лабораториях этот тест. Угу. И если ответ будет отрицательный, то можно спокойно делать прививку от гриппа или пневмокока. Плюс еще второй момент, то, что перед самой вакцинацией можно провести пробу на развитие аллергической реакции. Это когда небольшое количество вакцины наносится, скарифицируется на кожу, и в течение 15 минут смотрится на реакцию. Если она есть, тогда все-таки вакцину лучше именно эту не делать, а использовать вакцину от другого производителя. А если нету никакой реакции и перекрестной аллергизации на перечисленные компоненты тоже нету, то тогда можно делать вакцину без каких-либо опасений. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти, за ваши ответы на вопросы телезрителей. Мы сейчас подведем небольшой итог сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, чему будет посвящен следующий выпуск нашей программы. Люди, имеющие различные аллергические заболевания, в том числе в состоянии ремиссии при заболевании ОРВИ, имеют более тяжелые симптомы течения болезни.
У аллергии и ОРВИ сходные клинические симптомы, такие как заложенность носа, насморк, затрудненное дыхание. При присоединении респираторной вирусной инфекции у больных аллергии лечение проводится комплексное. Оно подразумевает применение базисных противовоспалительных препаратов и использование симптоматических средств. По показаниям назначают противовирусные, антибактериальные и иммуномодулирующие препараты. В понедельник поговорим о паразитарных заболеваниях кишечника. Готовьте вопросы для прямого эфира. А на сегодня все. Мы прощаемся с вами. Будьте здоровы!